Приветствую вас, друзья инвесторы, на канале про инвестиции. С вами Роман и это рубрика «Капитал для дочки». Сегодня мы в основном поговорим про казахстанский рынок, также затронем тему инфляции и курса доллара, а также базовые ставки в Казахстане на текущий 2024 год, чего стоит ожидать, да? Также поговорим про NVIDIA компанию, почему это, по моему мнению, именно величайший пузырь просто на американском рынке, которого не было последние там, 20 лет. И также проинвестируем очередные 5000 тенге в детский портфель. Ну и начнем, наверное, с казахстанского рынка. Здесь на графике кассе мы сразу видим, что у нас тоже, в принципе, надулся некий пузырь, можно сказать. Да, ну, конечно, это шутка. У нас, в принципе, в индекс входит не так много компаний. Поэтому, если какая-то показывает хороший рост, то это обязательно очень сильно отразится на всем индексе. Здесь мы обновляли, конечно, исторические максимумы, но потом немного откатились. Во многом это связано с двумя компаниями. Это банк-центр-кредит, который опять почему-то очень сильно раздувают в цене, да? А также второе, это именно то, что а, Халык Банк у нас начал активный рост, то есть акция выросла в моменте по более чем на 30 тенге на данный момент, поэтому здесь а, вот такие изменения. Что стоит отметить, здесь еще компания у нас Кегок, например, которая уже подошла именно чуть выше цены СПО, которое было так называемая, да, то есть выросла в цене и сейчас закрылась на отметке в 1485 тенге. В целом каких-то сильных изменений новостных фонов по данным компаниям я пока на этой неделе не заметил, поэтому рассказывать особо здесь и нечего. Что касается данных по инфляции, то инфляция у нас немного тоже снизилась до 9,5%. То есть если смотреть в целом, то это очень положительно сказывается и на том, что возможно нацбанк, которое собрание будет опять у них 23 февраля, то возможно они будут снижаться, то есть, и, то есть, как говорится, они будут принимать решение, возможно о снижении ключевой ставки в Казахстане. Но это не точно, так как в принципе пока инфляция все равно еще довольно-таки высокая. И на данный момент ставка на уровне 15.25 у нас находится. И если мы увидим какие-то значения, то есть положительные, то возможно Нацбанк примет решение о том, что нужно еще начинать снижать. И вообще, в принципе, по прогнозам на данный момент, например, Халык Банк, они прогнозируют, что возможно к концу 2024 года инфляция и будет снижаться, разумеется, в коридоре останется где-то 6-8%, это целевой уровень э, Казахстана, да, а базовая ставка будет в районе 12%, то есть снижение будет более чем очевидно. Но стоит учитывать тот факт, что инфляция пока еще не сильно снизилась, и поэтому, возможно, будет замедление а снижения ставки, а это, в свою очередь, также будет э, дорого именно кредитование но в то же время очень положительно будет сказываться на тех, кто держит депозиты в банках. То есть ставки по депозитам пока будут еще довольно-таки высокие. Что касается курса доллара, то здесь я также по заявлениям банка они ожидают, что к концу года курс примерно будет 485 тенге за 1 доллар. К такому именно коридору они примерно оценивают данную ситуацию. Но ну, как на самом деле будет, здесь покажет именно время и рынок. То есть как будет спрос именно на валюту. Ну а теперь давайте поговорим немного про компанию NVIDIA. Почему же это величайший пузырь да, на американском рынке? Сейчас вы видите, что она занимает немаленькую долю в индексе S&P 500. То есть с рыночной капитализацией на данный момент где-то в районе почти 1,7 триллиона долларов. Это очень-очень много. Если просто посмотреть на показатель PE, то есть цена прибыль, то здесь у нас составляет почти 90. То есть это намного выше целевого показателя по индустрии, то есть которая сопоставима с компанией Nvidia. То есть в этом сегменте она очень сильно раздута. Разумеется, доходы у компании сейчас не такие высокие. То есть чуть больше 44 миллиардов. А чистая прибыль вообще даже до 20 миллиардов не дотягивает. Поэтому, если расценивать эту компанию именно с точки зрения показателей, то здесь все очень-очень неочевидно, потому что компания очень сильно перегрета и раздута. И не зря она занимает сейчас вот такую долю. Видимо, ее очень хорошо, так сказать, спекулянты разогревали, то есть раскидывали ее цену и поднимали таким образом на нее. Сейчас мы видим, что после отчета, который они предоставили, компания немного снизилась. Это логично, потому что учитывая то, какой был рост последние несколько месяцев, то здесь сразу стоит обратить внимание на то, что коррекция была неизбежна. Теперь что можно сказать более подробно про компанию NVIDIA. NVIDIA это без преувеличения компания, которая концентрирует практически весь свободный денежный поток мировой финансовой системы. Масштаб настолько ошеломляющий, что всего одна акция, одна компания NVIDIA, которая сейчас составляет почти 1,7 триллиона долларов капитализации, сопоставима с капитализацией национальных рынков ведущих стран. Весь рынок капитализации, например, Германии составляет всего 2,3 триллиона долларов. У Франции 3,2, а у России вообще 650 миллиардов долларов То есть капитализация всех публичных компаний, которые торгуются на фондовом рынке. А тут одна Nvidia стоит практически как большинство многих рынков. Да? И если смотреть на 2023 год, то капитализация выросла почти на полтора триллиона. То есть э, здесь рост был более чем ошеломляющий. И за 10 лет акции выросли почти в 200 раз. В 200 раз акции Nvidia выросли. Да, здесь еще стоит отметить, что ни одна акция за всю историю торгов не имела накопленный объем торгов свыше 700 миллиардов долларов за месяц по собственным расчетам. То есть это тоже такой а, некий рекорд. Кстати, вы можете свое мнение написать а, в комментарии про компанию NVIDIA. Считаете вы ли ее перспективной или вы считаете, как я, что ее просто-напросто разогнали до таких невероятных масштабов. Здесь, конечно же, Nvidia выступает неким триггером, да, то есть вслед за ней многие технологические компании тоже растут. Потому что, как бы люди понимают, что да, вот все идет к тому, что развивается искусственный интеллект. И разумеется, все акции, которые так или иначе подвязаны к искусственному интеллекту, они сейчас на хайпе тоже растут вслед за Nvidia. И, кстати, еще один и четверть общенациональных сбережений США. Компания, то есть в себя впитывает, да, то есть почти четверть а, сбережений США в одной компании находится. А если посмотреть еще с другой стороны, то Nvidia, она, можно сказать, немного даже связана с криптовалютой, да, в какой-то степени. Потому что, ну, майнинг, сами знаете, да, а, тем более Nvidia выпускает именно видеокарты, которые и поддерживают этот майнинг. Соответственно, если посмотреть еще на ETF, который вышел на, так сказать, на биткоин, да, и на другие криптовалюты, то здесь почти 500 миллионов долларов, которые были вложены в этот ETF, они были выдернуты из компании NVIDIA, поэтому многие сейчас начали немного продавать акции NVIDIA для того, чтобы переложиться именно в ETF на криптовалюту. Также стоит отметить еще один интересный факт, что Nvidia создала сильнейшее ралли в истории человечества объемом в 10 триллионов долларов с начала 2023 года. И именно 1,7 почти триллиона долларов находится именно в самой компании Nvidia. Разумеется, это так или иначе очень сильно скажется в будущем на компании, потому что ну, такой пузырь рано или поздно именно сдуется, и это именно похоронит компанию Nvidia. Что касается отчета, то за последний квартал отчет тоже был довольно-таки неплохой, но он как бы не дотягивал немного до анонсирования аналитиками. Да? Сейчас Nvidia генерирует где-то 22 миллиарда выручки и 12 миллиардов чистой прибыли за квартал. В принципе, если так потенциально предположить, то это около 100 миллиардов ручки и 50 миллиардов прибыли за год. Но здесь, конечно же, четвертый квартал был довольно-таки сильным. Мне это не говорит о том, что другие кварталы тоже будут такими же. Однако при текущих результатах текущая оценка примерно в 3,5 раза выше, чем средний показатель по индустрии у компании Nvidia для того, чтобы при капитализации в 1,7 триллиона долларов Nvidia вышла на средний исторический показатель для своего сегмента, необходимо показывать около 350-400 миллиардов выручки и около 100-120 миллиардов прибыли. То очевидно невозможно. Нет столько потребителей продуктов, то есть искусственного интеллекта, да? и не настолько еще распространен для того, чтобы компания NVIDIA просто в 4-5 раз увеличивала свою финансовую отчетность. Поэтому здесь вкладываться ли в компанию NVIDIA, или же вы держите и там думаете, что с ней делать, тут решать вы будете сами. Я никого ни к чему не подталкиваю, не даю никаких инвестиционных рекомендаций. Но я лишь обращаю ваше внимание на то, что это прям пузырь, Такого масштаба, что за последние 10-20 лет еще не было такой компании, которая бы на таких больших объемах торговалась. Поэтому здесь стоит задуматься. Ну, а теперь переходим в портфель. Здесь у нас актуальное значение почти 265 тысяч. Портфель медленно, но уверенно подрастает благодаря регулярным пополнениям. Да? Сегодня мы с вами в принципе сделаем также конвертацию валюты, потому что мы будем наворачивать продолжать именно валютную долю этого портфеля. Так как если посмотреть опять по именно стоимости, то есть у нас всего в долларах 157 долларов акции, а в тенге это почти 101 тысяча. То есть перевес сразу виден. Будем увеличить именно валютную долю данного портфеля, дабы защитить его от возможных девальваций тенге. Пока, конечно, ничего не предвещает, но тем не менее стоит немного подстраховаться. Также заходим в кабинет, конвертация валюты. То есть здесь будем сразу выбирать торговый счет, валюта списания, то есть сумма. Сумма, как обычно, у нас 5000 идет, то есть начисление и основание. Также пишем покупка акций. То есть и нажимаем ⁇ Подтвердить ⁇ и ⁇ Отправить поручение. То есть все, поручение было отправлено, то есть теперь ждем просто исполнения этого поручения. Вероятнее всего, что оно, как обычно, сегодня вечером уже исполнится и на счет упадет очередные там 11-12 долларов, да, в зависимости от того, по какому курсу будет проходить конвертация валюты. По движению денег здесь, в принципе, основа изменений никаких нету. Как я говорю, вот мы с вами делали конвертацию на прошлой неделе 5000 по 447, кстати, у нас было Сейчас, возможно, где-то 450-452 будет, потому что курс немного изменился. Вот такие вот были изменения по рынку в целом, как бы про компанию видео рассказал. А также вот поделился с вами очередной, так сказать, проинвестированной суммой на 5000. Поэтому обо всем можете, в принципе, как я и говорил, написать в комментариях. Я желаю всем удачи и помните, что дорогу усилит идущий.